Всем большой привет, ребята! Меня зовут Карина Аракелян, и я очень рада вновь приветствовать именно тебя на моем канале. И сегодня я снимаю новое видео, которое я хочу посвятить вашим любимым перепискам. Господи, как же давно не было переписок у меня на канале, поэтому совсем недавно, а именно буквально час назад, я нашла какой-то странный, недавно созданный аккаунт. Создан он, скорее всего, только сегодня. И там, не знаю, мальчик или девочка пытается показать себя, точнее, аккаунт от имени типа моего водителя. Там написано, конечно, очень много всего интересного. Я каждый день нахожу какие-то новые необычные аккаунты, но переписки с таким водителем у меня еще на канале не было. Да-да-да, этот аккаунт выставляет себя за моего личного водителя и хочет рассказать много информации обо мне. Так как аккаунт был создан недавно, я думаю, что у нас получится его вывести на чистую воду. Вчера я собиралась снимать переписку с учительницей, но, к сожалению, примерно в середине съемки моего ролика все оборвалось. Учительница меня просто заблокировала по непонятным причинам. Переписка у меня удалилась, камера перегрелась, я вся распсиховалась, поэтому сегодня у нас, можно сказать, будет такой дубль 2. Надеюсь, что в этот раз этот видос вы видите прямо сейчас у меня на канале. Не забывайте подписываться на мой канал, ставить лайк и нажимать на колокольчик, чтобы смотреть мои ролики первыми и никогда ничего не пропускать. Сегодня мы пообщаемся с водителем. Знаете, ребят, честно, каждая моя переписка — это неподготовленный сценарий к ролику, потому что я нахожу и чисто достаю из головы какие-то идеи, что можно написать тому или иному профилю, человеку, подписчице моей, которая захотела попасть ко мне в видео путем обмана, создав какой-то фейковый аккаунт. Поэтому сегодня я буду брать из головы соответственно, тоже на какие темы мы пообщаемся с водителем. И я очень надеюсь, что, во-первых, мне он хотя бы ответит. Напоминаю вам о том, что я присутствую в потрясающей социальной сети Instagram. Ник вы сейчас видите на своих экранах. Перейдя по ссылке ниже, вы тоже можете подписаться. Там у меня недавно проходил именной гив. Кстати, подарки к этому именному гиву я уже собрала для победителей. Секунду. Моя подписчица выиграла 12-й iPhone, который совсем скоро отправится к ней. Поэтому вам 100% нужно быть подписанным на мой Instagram. Подписывайтесь, а мы можем начинать. Переписка с водителем. Посмотрим на его прекрасный аккаунт. Поехали. Ну и перед тем, как мы начнем писать и обозревать этот прекраснейший аккаунт, хочу вам напомнить о том, что я пишу не со своего официального профиля в Инстаграме, потому что я хочу представиться как подписчица Карины Аракелян, и реально, типа, я хочу узнать информацию от этого водителя о Карине, какая она, что она, где она, и, соответственно, именно так мы будем задавать вопросы водителю. Поэтому вот так вот выглядит наш прекраснейший аккаунт, и именно он меня заинтриговал. Человека 3 мне сегодня не отправили в директ. Этот профиль я подумала, почему бы и нет. Да, ребят, в день создается около 100 вообще каких-либо фейковых аккаунтов, и я очень надеюсь, что мне очень скоро поставят галочку в Инстаграме. Я усердно пытаюсь ее получить, и если я поставила себе цель, я ее добьюсь. Запомните мои слова. Так что аккаунт «Самый крутой водила, popular driver Аракелян». Олег Малиновский, личный водитель, личным водитель Карина Аракелян, понятно. Записываю ее личные разговоры и продаю за 5000 рублей. Вот знаете, когда пишут именно такую информацию, я охереваю, и меня это завлекает еще больше, поэтому обязательно я надеюсь, что меня сегодня не обманут на какую-то более огромную сумму. Посмотрим вообще, пойдет, не пойдет. Итак, его фотографии. Читайте описание. Всего 5000 рублей, вся информация о Карине ваша. Так, ну симпатичный молодой человек, так-то. Ну, хотя бы одну фотку из машины-то бы он хоть выложил для того, чтобы это выглядело более правдоподобно. Целый один подписчик у нашего драйвера прекрасного. Я надеюсь, что он мне ответит, поэтому давайте посмотрим. Здравствуйте! И мне уже печатают. И мне уже печатают. Меня иногда это пугает немножечко. Добрый день. Чего-то хотела
девочка. Так, перед тем, как я отвечу этому аккаунту, который наверняка ждет чьих-то сообщений, хер знает вообще, кто за ним скрывается, но у меня какое-то не очень хорошее предчувствие, я вам скажу, что я недавно разбила свой телефон. Вот, пожалуйста, пока он нам печатает сообщение, хотя вряд ли вы увидите, но телефон у меня просто-напросто разбит полностью, и я даже не могу нормально снимать истории. Просто, когда поднималась домой, он упал на лестницу, на кафельную лестницу, и просто-напросто разбился. Прекрасно, я жду 12 Pro Max, и уже тогда куплю новый телефон. Итак, мне написали: чего-то хотела, девочка? Ты, видимо, фанатка Карины, тогда ты по адресу. Ну что? Да, я мальчик. Притворимся немножечко туповатыми. Ну, в принципе, так и есть, но все равно. Да, я мальчик. Тоже хочу водить. И стать водителем Карины. Напишу: Карина. Блин, какое же у меня красивое имя. Ох, прости меня, я путаюсь немного по гендерам последнее время. Го, девочка. А, то девочка, то мальчик. Я из этих трещин на экране, ребят, вообще ничего не вижу. Так, я так понимаю, нам попался общительный водитель, или же просто какой-то мой подписчик, который наверняка не догадывается. Кстати, очень странно, что на мой аккаунт-то этот водитель не подписан, посмотрите. Подписан на мои подписки, но на меня не подписан. Очень странно. Ах-ах-ах, а еще чего? Я тебе могу информацию всю о ней выдать. А чтоб вот водителем стать, тебе это сколько лет? Дорогой мой, я начинаю немножечко тупить. Мне 11 лет. Мне уже можно водить? Расскажите о Карине. Специально о Карине. И притворимся немножечко чуть-чуть отсталыми. Это бесплатно? Спросим мы. Думаю, можно, если тебе родители разрешают. Да, я встречаюсь с Карининой сестрой. Что мне только что пришло в голову? Прикинь, как же я скучала по перепискам, ребят. Я вам честно говорю, я так скучала. Это очень круто. В особенности, когда ты не знаешь, кто вообще скрывается за аккаунтом. Рассказываю о Карине строго платно. Ценник же видел, малой. Ух ты ж пухты. Но это не мое дело. Я некий шпион. Ничего не понимаю, ребят, если честно. Как бы о ней узнаю, записываю на диктофон, а потом продаю информацию. Нихера себе, мне интересно, что же нам такое покажет сегодня. Что же за запись мы такую увидим? А записи долгие? Карина там матерится? И всякие там эти штучки. Так, вы видели, да, что мне сейчас пришло? Сообщение какое? Андрюшечка Нойлс. Прекрасный у меня сегодня такой денечек. Ладно, продолжаем. Да, через каждое слово... Ну, ребят, вообще-то у меня и в жизни обычно так. Я люблю иногда что-нибудь так сказануть по-матерному-то. Но в видео я своих материться не люблю. Если бы реально существовал водитель, который меня записывает, записывает мои телефонные разговоры с моими друзьями, то думаю, что да, мат бы там присутствовал, но не особо много. Хотя бы один случай, когда мы в пробке ехали, она разговаривала 3 часа с подругой своей. И фейспалм чисто. Там такой трэш. Так, я покупаю. А сколько стоит? У меня на карте только 300 рублей. Посмотрим, как этот водитель сейчас будет разводить нас на деньги. 5000 рублей, вот честно. Она рассказывала про тусовки. Ах-ах-ах, малой, ты куда с такими деньгами собрался? Хотя, конечно, ты мне понравился. Господи, ребят, почему у всех фейков одинаковая логика? Они как бы по-одинаковому излагают свои мысли и... Могу скидон сделать, кидай все деньги. И я расскажу такую ситуацию тебе с ней. Могу скидон сделать. О, я уже готова была 5000 перевести, если честно. Но переведем 300 рублей. Ок, я переведу тебе последние деньги. Пишем всякий бред мы, ребят, специально. Притворяемся маленьким мальчиком, который реально хочет узнать информацию о Карине. А вы меня не обманете? Много вопросительных знаков. Да, хотя мог бы еще и у мамы выпросить. Вообще-то да, как бы мог бы. И он мне еще написал: не, с чего это мне? Ну да, весь интернет кишит всякими мошенниками, обманщиками. Кстати, на эту тему у меня есть видео на канале, можете посмотреть. Недавно совсем выходило. Там вообще капец истории. Это моя работа, пишет он мне. Ок, я напишу. Кидай номер карты и готовь все записи. Так, 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 так. Я надеюсь, там никаких настоящих записей нет, потому что это будет самый настоящий капец. Если все-таки там будет хотя бы что-то похожее на мой голос, я реально посмеюсь. Так, мне скинули номер карты. Сейчас я его скопирую. Заходим в Сбербанк.
Вводим этот номер карточки и переводим 300 рублей по этому счету. Перевести. Отлично, перевод выполнен. Мы заходим обратно. Он уже написал нам тут, ну чё там? Ну, я, соответственно, задам вопрос, пришло ли? Так как я очень хочу узнать всю информацию о Карине Аракелян. Итак, сейчас мы с вами посмотрим, что такое он нам напишет. Ага, вижу, молодец. Ну слушай, не упади, только вот. Слушаю. Малой, давай без записей. Расскажи, чё как есть, о чём она там базарила, и тебе достаточно. Либо плати сверху ещё пятак. Фух, ну слава богу, записей у нас сегодня не будет. Прекрасно, замечательно, супер круто. А то я уже реально напряглась, потому что, ну, мало ли там, что он там по нас записывал. Посмотрим, итак. Короче, я ведь эту Карину каждый день до клуба вожу. Да-да-да, я же такая прям девушка, которая обожает клубы. Ребят, в последнее время я вообще не тусуюсь, вот честно вам скажу. Я уже перешла эту границу, если меня друзья зовут, да, я могу сходить в какой-нибудь клуб, а сейчас редко, потому что в основном я стараюсь уделять время Инстаграму и Ютубу, социальным сетям, которым в последнее время я уделяю просто всю свою жизнь. Ну, Ютубу это понятно, я уже 8 лет снимаю. А вот в последнее время я выкладываю очень много всего в свой Инстаграм. Пользуясь случаем, подписывайся. Итак, мне тут уже накалякали много сообщений. Выходит она оттуда еле на человека похожая. Один раз садится в машину, и я слышу ее разговор, как она кому-то там спать едет за день. Я вообще там забыл обо всем. Не стал ей говорить ничего, отвез. Встретил ее мужчина лет 45. Это трэш. Это трэш. Что вообще? Что такое несете, ребят? Что происходит с этими фейками? Удаляйте нахер все эти аккаунты. Господи, боже мой. Твоя Кариночка за деньги он спит. Как тебе такое? Ну, сказать, что я в шоке, ребят, ничего не сказать. Давайте просто отправим эмоции, которые в шоке. Мы же мальчик, маленький мальчик. Вот это да. Ошалеть. У меня нет слов. С ума сойти. А почему без записей? Я бы очень хотела услышать. Ой, чуть не спалилась. Я бы очень хотел услышать, как Карина матюкается. Мне кажется, слово матюкается очень подходит мальчикам, я не знаю. А в начальной школе мальчики постоянно такие, матюкаться, матюкаться, поэтому я сейчас написала это слово. Ну слушай, это еще цветочки по сравнению с тем, что она пьет водку. Виски, без записи, потому что ты еще маленький такое слышать. Ну ладно. Ну тут, кстати, аргумент, ребят, мы об этом не подумали. Раз шла речь о мате, не нужно было писать возраст, да? Или возраст, я вначале написала. Блин, надо постарше возраст как-нибудь написать, это некоторые. Блин, вот что-то я тупанула в этом плане, капец. Будь благодарен, что я не скинул тебе. А, что я не кинул тебя и рассказываю все как есть. Вот-вот, понял все, надеюсь, не будешь как она бухать и ходить по клубу. Спать с мужчинами. Ой, а что еще было? Расскажите, пожалуйста. Мне интересно, что же он нам такое скажет. Итак, я, оказывается, пью, хожу по клубам, сплю с мужчинами, дико извиняюсь. Я вообще в шоке. Кстати, ребят, видео 2, наверное, за всю историю съемок переписок. Съемки этих видосов вообще пришлось прекратить, потому что там фейки писали так. Такую ахинею, что даже я в свои почти 18 лет не поняла, что это такое. То есть такие матерные слова, такие странные предложения. Это был, конечно, капец. Если хотите, я вам об этом расскажу в своем инстаграме. Ник на экранах видите, подписывайтесь, вообще капец. Я, ребят, вам честно говорю, я охерела, когда я те два видео, вот которые я не выпустила, снимала. Такую фигню пишут, причем это очевидно, что за экранами скрываются дети, и они такое уже знают, это капец. Было как один раз, ее за все эти выходки из дома выгнали. Пришлось ей у меня в машине ночевать. Как бомжиха была, ей-богу, слов нету. А знаешь, за что ее выгнали? За что? Так, ну раз я мальчик, я разбираюсь в машинах. Мне интересно вообще, как работают водители. Соответственно, мы можем сейчас задать вопрос, сколько Карина платила за то, что он работал водителем. А ну-ка. За то, что выпила все виски своего отца. Такая девочка маленькая, а уже... Так,
и надо ей, по сути. Не могу понять, так она же Гарина как бы до сих пор типа работает с водителем, раз он представился водителем. А почему он так лицемерит и пишет такой бред? Зачем вы такое пишете про нее за спиной? Все потому что тачка у меня крутая. Скинуть оценишь? Давай-ка. Оценю. Я люблю машины. Мне-то чё? Я старый уже. Ну, судя по фоткам, ребят, мужчина вообще далеко не в возрасте. Симпатичный такой паренек. Ну да, мужчина, но не в возрасте. Отправил фото. Ой, нихера себе, блин. Я бы сама себе такую тачку хотела, если честно. Вау. Ну, тогда понятно. Я бы и жил в такой машине. А еще есть секреты про Карину? Он ответил, кстати, на наш вопрос, что в день по 10 тысяч рублей. Все потому, что тачка у меня крутая. Ну, ребят, на такой тачке в Москве покататься один день стоит, мне кажется, 1100 рублей. Видимо, этот человек реально не шарит. Ты ведь наверняка знаешь, что у нее 31 парень был за всю жизнь. Это я случайно услышал. Если не знал, то вот знай. Так, все, ребят, пора заканчивать эту ахинею. Включаем красивую маску. К сожалению, у меня не было 31 парня, но было трое и... Блин, пожалуйста, прекрати обманывать всех, писать такую ахинею, требовать с кого-то деньги. Ты поступаешь неправильно, и я тебе советую больше такими делишками не заниматься, поэтому поскорее, пожалуйста, удаляй аккаунт. Пожалуйста. Так, ну что-то в этот раз я не грубо к нему, но я думаю, ничего страшного, у меня сегодня хорошее настроение, поэтому сейчас посмотрим, как у нас этот аккаунт чудесный отреагирует на то, что я отправила. Она говорила тоже, да, какую-то херню, ну ладно, ничего страшного, сейчас посмотрим, он уже тут понаписал. Это я случайно услышал, спасибо тебе, малой, конечно, за бабосики, но думаю, ты еще слишком малой все такое слышать. Ну, мне кажется, я чуть-чуть постарше того человека, который все-таки на самом деле это писал. И скажи свой возраст. Ой, я уже в роль вошла, я-то уже понятно, что отправила ему видосы, соответственно, что я Карина настоящая, что я это реально все пишу, а я еще до сих пор пишу от лица маленького мальчика, господи боже мой. Очень интересно напишу мне узнать возраст. Первый видос отправился, второй видос отправился, ну и, соответственно, я завершаю этот диалог вот этим сообщением. Сейчас посмотрим, какой ответ мы получим, мне уже очень интересно. Стоп! Что? И дофига эмодзи типа в шоке. Так, ребятки, я обожаю вот так разоблачать. Интересно, что дальше? Мне 17, я еще просто парень. Ну, понимаете, ребят, парень-то моего возраста, а ведет себя так. Ну, мне кажется, это немножечко странновато, нет? Ты шикарно, прости за такое, лайкнул мои сообщения. Чё-то я совсем, реально. Всего тебе хорошего. Точнее, напишу даже доброго, а то хорошего звучит, как будто бы я послала. Не буду я, ребятки, сильно ссориться с такими персонами, но то, что он забрал у меня 300 рублей, хотел забрать 5000, я думаю, что ну, ему эти деньги будут нужнее. Всем вообще деньги нужнее, но так или иначе, он вообще с меня на 5000 потребовать хотел, а тут я ему 300 рублей перевела, окей. Пускай будет так, как есть. Если бы 5000, я бы еще поговорила с ним, и я думаю, проснулась бы совесть, или бы он меня вовсе заблокировал. Давайте вот такие проверочки с вами делать чаще. С кем вы хотите, чтобы у меня была следующая переписка, пожалуйста, напишите ниже в комментариях. И напоминаю вам о том, что я существую в Инстаграме. Подписывайтесь обязательно, ставьте лайки, подписывайтесь на мой каналчик. Нажимайте на красную кнопочку, превращайте ее магией подписки на мой канал в серую, чтобы не пропускать вообще все, что я буду выкладывать. Ну а с вами была Карина Аркелян. Совсем скоро на моем канале выходит суперское шоу. Это вам такая под конец видео подсказочка. Точнее, не подсказочка, а суперский спойлер. Спасибо вам большое за просмотр, и я с вами прощаюсь. Все, что дальше у меня было с этим чудесным водителем в переписке, я вам покажу в своем инстаграме. Ну и я вас люблю. Всем до скорых встреч. Пока-пока.